Строительство Евровала не раз критиковали СМИ, как, впрочем, и другие инициативы Народного фронта. Фронтовики регулярно фигурируют в уголовных, коррупционных расследованиях. Буквально на этой неделе в политическом преследовании представителей этой политсилы обвинила интернет-издание «Страна.UA». И я напомню, что в сентябре прошлого года нападению подверглась редакция «Подробностей». После поджога редакции «Подробностей» прошло около года, но до сих пор ни одного подозреваемого, не говоря уже о задержанных или осужденных. Ни заказчиков, ни исполнителей следствие установить не может или не хочет. Свое собственное расследование провели оппозиционеры. И, как они выяснили, организаторы атаки на редакцию новостей «Интера» – члены партии «Народный фронт», в частности, глава МВД Арсен Аваков. Курировал нападением его советник Илья Киева, а исполнителями были люди с криминальным прошлым. В полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства редакции и оппозиционеров добавили статью «Теракт». А расследование передали в СБУ. Активизировать работу правоохранителей призывала и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, и представители ЕС, и члены Национального союза журналистов.